Привет всем! Сейчас мы с вами рассмотрим в гадании такого человека, как Борис Надеждин. Я посмотрел уже его выступление. Сейчас посмотрим там. По-моему, он еще не зарегистрирован. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, то, что с Дунцовой произошло, да, ну, неожиданно на самом деле. Если власть действительно боится, ну, значит, власть настолько слаба. Это правда. То есть там что-то у них как-то совсем плохо все держится. Что-то я не знаю насчет режима. У меня все равно очень большие подозрения насчет того, что его подтолкнут к пропасти. Он сам себя будет толкать. Он еще хочет организовать какой-то конфликт у границ нашей страны, либо где-то вот в пределах границ, где-то там вот хочет организовать. Не знаю, почему так вот у меня проигрывают карты с каким-то королем бубен, то есть там полумесяцы, где-то вот там вот. Не знаю, такое. Чтобы один конфликт другим перебить, короче, как-то вот так. Да, есть такое, пока есть, разрабатывают что-то. Оно как болезненное что-то идет, но оно завершит все. Там намного лучше все должно пойти. Борис Надеждин. Пока хлопотать будет, есть материальные хлопоты. В основе всего, что выпадает. Домашние заботы. Он хлопочет пока. Он хлопочет здесь, в пределах страны. Будет хлопотать. Слезы в пути. Сложно ему все будет даваться. Неприятный, напряженный разговор. Здесь все говорит о напряженности. Напряженности. Нервы большие будут уходить. Вот здесь вот этот период. Очень-очень-очень тяжело. Очень тяжело. Расставание с девушкой. Не знаю, почему девушка. Интересные новости. Расставание с девушкой. Интересные новости. Пока ни о чем не говорит. Человек из прошлого несет дурную новость. Непонимание, ссора с другом. У меня не выходит, что он либо кем-то станет, либо его зарегистрируют. Будет он много слез лить, очень много у него здесь каких-то этих препон. Девушка какая-то выходит. У него с ней либо конфликт, либо что-то такое будет. Дорога к ней лежит. Нет, король перекрывает все, пик. Да, режим действительно слабоват. Надеждин нет, он здесь не добьется. Сейчас его судьбу посмотрим, Надеждина. Пока хлопотать будет. Хлопотать и плюсом сейчас еще посмотрим. Чего у него там выходит? Да. Встречу он будет проводить. Старая недоброжелательница. Грустная новость. Я не вижу, чтобы он был кем-то. Он не пойдет дальше. Он дальше не пойдет, его не пустят. Перекрытие идет, дорог полное. Отпуск. Он поймет. Любовное известие. Я не знаю, спойлер он или нет, но у него душевное состояние как будто сломается.
Слезы там показаны. Тяжело ему будет, и плюсом что-то ему дадут отворот-поворот какой-то. Не знаю, отворот-поворот просто. Утрата больших денег, неудача в любви. Утрата больших денег. Нет, это другое у нас. А, тут все равно обида на друга, но не это самое, может. Эмоциональные проблемы, эмоциональный фон. Не материальный фон, эмоциональный фон. Я с десяткой перепутал. Эмоциональный фон. Его могут зарегистрировать, но через большие хлопоты. Вероятность 10-15% то, что его зарегистрируют. У него будут вставлять палки в колеса, какая-то женщина, у него препоны будет. Препоны ему будет ставить. Режим окукливается. Режим окукливается, это карты просто говорят. Плюсом он готовится к какому-то, я так понимаю, прыжку либо конфликту. Сейчас еще одно гадание сделаю через одного человека. Посмотрю, чего у нас да как. Это, я думаю, важнее будет. Надеждин нет. За него можно, я так думаю, проголосовать, но то, что он победит, вероятность нулевая. Там 0,001%. Нет, такого не было, не может быть. Просто голос за него можно отдать, если его зарегистрируют. Но хлопоты он понесет и нервов потеряет. Очень много. Очень много. Разговоры будут на повышенных тонах, что-то такое вот. Что он зависимый, ну я не вижу прямо, чтобы он зависимый был. Я такого не вижу. Но у него есть какое-то объединение, почему-то здесь еще обман идет. Но если он что-то куда-то прорвется, он будет свою линию гнуть. Вот куда-то свою линию гнуть и все. Надеждин, он какой-то не русский, что ли? У него корни, может, не русские. Я не вижу, чтобы он из страны уезжал, но палки ему будут в колеса вставлять. Очень много нервов потеряет. Не знаю, надо ли это ему вообще или нет. Так вот у меня получилось. Это был Борис Надеждин. Спасибо. До свидания.